спасибо, что был рядом. Я нужна. Это мой выбор. О, ты слышал? Фалета назначили полководцем. Увы, Фалет мертв. Он что? Нет. С чего вдруг? Фалет, глупец. Ты чудесный, упрямый глупец. Зачем было убивать его? Он вынудил меня. Кто ответил на мои письма? Фалет из Спарты и Алексиус, хозяин орла. Не думала, что вы принесете мне столько боли. Кира, мне так жаль. Мне тоже, Мисти. Мне тоже. Ты! Я думал, ты хотела уехать подальше от Делоса. Хотела, но кое-кого встретила. Алексиус! Знаешь Олу? Как вы познакомились? Она хотела уплыть. Ну, я пошла к фонтану в святилище, чтобы промыть руку, и... А я шел молиться. Я приметил ее левым глазом. А я увидела твою красоту правым глазом. Как две звезды рядом. Мило. Запах горящих подношений. Потные тела молящихся паломников. Прекрасно. Застав врасплох, любовь пьянит сильней. Ты вернешься в Аркадию? Не знаю. Судьба меняется, стоит и нам. С контрабандой покончено, но планов у меня нет. Сдается, вы уже как одна семья. Ты лишилась людей и корабля. Присоединяйся к нам, на Адрестии для тебя найдется место. Нужна, значит? Ну, вольная жизнь, вода впереди, ветер дует в спину. Что думаешь, милый? Добро пожаловать! Что ж, решено. Времени нет. Поспешите на корабль. Готов отправляться. Подарок мертв, Кира вернулась, а у меня осталось много других дел. Отплываем! Но сперва я сказал Кире, что ты произнесешь речь перед прощанием. Нужно проститься. Хайрате! Тише! Тише! Алексиус хочет что-то сказать вам! Свободны! Веселитесь! Дионис нальет вам вина, а музы споют для вас! Так выпьем же! За Алексиуса! За победу! Славная речь! Но, думаю, немногие могут представить Делос свободным. Им понравилось. Понравилось! Еще бы! Я соберу всех! До встречи на корабле! Сократ! Хочешь вступить в команду? Я пришел попрощаться. Утром отплываю на торговом корабле. Да хранит тебя Посейдон. Варнава, Адрестия готова к отплытию? Команда весела, но страдает от похмелья. А корабль готов. Что ж, жаль, что Кире придется восстанавливать свой дом в одиночку. Одинок ли человек,
если вокруг его друзья и союзники. Именно. Помнишь, что ты сказал мне, впервые ступив на этот песок? Что мы должны доделать работу. Мы хотели так сделать, и ты сделал именно это! Тебя не просто так зовут могучим Мистием! Ха! Кто так делает? Он. Хватит! Пора отдавать приказ команде! Куда отправимся? Мир у наших ног, да и ветер попутный. Будем искать приключения, как всегда. Thank you.
покинул мостик! Всем вольно, ждите приказа! Возвращение! Thank you.
Это храм бога вина Диониса. Маркос был бы в восторге. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, наемники. Церсис, я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена. Алексиус? Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Они забрали его. Я училась жить заново. Понимаешь?
И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Это правда ты? Или боги смеются надо мной? Я нашел тебя. Твоя сестра. Ее надо вернуть. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что как ты? У меня столько вопросов. Не только у тебя, но спрашивай. Попробую ответить. Что произошло в Арголиде после той ночи? Я нашла твою сестру и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Я думала, ты погиб. Я не могла лишиться обоих. Я недавно говорил с ним. Он еще помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Кассандра умерла, я обезумела от горя. Вы двое были для меня всем. Тебя обманули. Она жива. Они, должно быть, поняли, что она особенная, и отдали культу. Особенная? Что это значит? В чем дело? В бухте высадились солдаты с Пароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идем. Кто на нас напал? Люди с острова Парус. Похоже, Силанос больше не желает делиться выручкой. Но сейчас? Парусцы нам вечно возрождают. Я ждала нападения, но не так скоро. Похоже, будет не до разговоров. Если представится шанс, союзники с радостью ударят в спину. И ты помогаешь Спарте после всего, что случилось? Парус заключил союз с Афиной, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество — это одно, но Парус превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска парусцев и афинян. Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам,
Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Скажи, кто мой настоящий отец? Как ты узнал? Мне сказали. Николаус, вы виделись? В Мегариде. Николаус был тебе отцом. Он растил тебя, пока не встал выбор между тобой и долгом спартанца. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду, но если мы хотим остановить культ, ты должен все знать. О чем ты? Я была с ним до твоего отца, Николауса. О нем давно нет вестей. Это бы все только усложнило. Ты имел право все узнать. Ты хотела как лучше, как любая мать. Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы немногие, и у нас все получится. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Здесь так красиво. Да, здесь прекрасный пляж. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайгет. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифия не может знать все. Полководец быстро поднял тревогу. Он знает, Парус угроза для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты прав. Thank you.
Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Они решили, что членам нашей семьи пора снова встретиться. Это значит, что мы должны разыскать Кассандру и вырвать ее из когтей культа. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота – жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин, симпосий вот-вот начнется. О, боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парусом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Пароса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парос, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но... Если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно.
Столько мрамора, а здание у порта не готово. Вот что теперь идет на юг.